Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве DUJI S96 Pro включить функцию отображения заряда батареи в процентах в строке состояния. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел батарея и находим здесь уровень заряда батареи, показывать уровень заряда батареи в строке состояния. Включаем эту опцию и видим теперь наш заряд батареи внутри значка батарейки. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!